Всем привет! В этом видео я вам расскажу о том, как проще всего купить эфир для того, чтобы участвовать в проекте CryptoHands. Есть такой сервис, называется bestchange.ru. У него также есть зеркало bestchange.com, но мы зайдем на сайт bestchange.ru. Итак, для того, чтобы нам воспользоваться этим сервисом для покупки эфира, нам необходимо выбрать здесь наверху список. И здесь мы выбираем, что мы отдаем и что получаем. Я хочу попробовать купить эфир самым простым способом через карту Сбербанка. Поэтому я выбираю Сбербанк. Но здесь есть также, там, например, Райффайзен, Тинькофф, Альфа-банк. Ну, почти все более-менее известные банки. Покажу, как это сделать через Сбербанк. Можно, кстати, Киви, Яндекс, кошелек, все это тоже здесь есть. Выбираем Сбербанк. На получение нам надо выбрать Ethereum. Вот, у нас обновилась эта страничка, где отсортированы различные так называемые конторы, да, по продаже криптовалют. На что нам надо стоит обратить здесь внимание? Да? Во-первых, на число отзывов. Вот здесь оно в правой колонке указано. Да, то есть лучше, наверное, не идти в какие-то конторы, да, где число отзывов там меньше 100, например. Да? Вот. Что еще нужно посмотреть? От какой суммы можно купить эфир на этих площадках? Да? 0,05 эфира? Ну, вообще я рекомендую покупать не 0,05 эфира, а 0,055 как минимум. Да? Потому что 0,05 вам придется положить в CryptoHands, и еще какая-то комиссия уйдет на газ при оплате транзакции. Соответственно, 0,055 эфира на сегодняшний день это примерно 860 рублей. А здесь, видите, есть от 32 тысяч только, да, продают рублей, там, да, или от 8. Вот. Отсортировано здесь все, да, по цене эфира. Вот здесь написано 16444, да, это самое выгодное предложение, вот, на текущий момент, но здесь надо от 5000 рублей. Хорошо, я, значит, ищу вот такое вот предложение, да, здесь от 1200 рублей можно заплатить. Количество отзывов 375. Называется контора CoinPayMaster. Я ни в коем случае ее не рекламирую, да, просто она мне удобна для того, чтобы купить совсем немного эфира и потратить там 1200 рублей. Но вы можете купить эфира там и на 10 тысяч, там и на 5 тысяч рублей, да, тем более учитывая, что эфир сейчас растет. Заходим на CoinPayMaster. Так, меня сразу перекинули на страничку, где я могу ввести сумму 1200 рублей. Вот, 1200 рублей мы вводим, и мы получаем 0,07209.51 эфира, да, чего нам хватит для участия в CryptoHands. Теперь нам нужно заполнить поля. Номер карты Сбербанка, фамилия владельца карты, e-mail и кошелек Ethereum, на котором мы получим этот эфир. И также проверочный код. Ввожу номер карты Сбербанка. Это тот номер карты, с которого я буду осуществлять платеж. Это моя карта. Ввожу фамилию. И ввожу e-mail. Соответственно, еще раз рассказываю. То есть, что я сделал сейчас? Я ввел сумму в рублях, ввел данные своей карты Сбербанка. Мне посчитала система, сколько я получу эфира. Я ввел свой кошелек, на который я получу эфир, и ввел капчу проверочную. Все то же самое работает и с другими банками. То есть здесь я ввожу карту Сбербанка, но и в других банках здесь все то же самое. Нажимаем «Далее». Для совершения обмена в данном направлении требуется верификация вашей банковской карты. Верификация карты требуется для предотвращения перевода средств мошенникам и выполняется единожды для каждой новой карты в течение 2-5 минут. Пожалуйста, сфотографируйте лицевую часть вашей банковской карты и загрузите фотографию нажатием кнопки «Выбрать фото». Требования к фотографии. На фотографии должны быть видны и читаемы первые и последние 4 цифры карты, а также фамилия и имя владельца карты. На заднем фоне за картой должен быть виден монитор с открытой вкладкой сайта coinpaymaster.com. Итак, я сделал фотографию прямо на собственный телефон своей карты, и чтобы на фоне был экран у данного сайта. И сейчас я загружаю эту фотографию в систему и жду, пока пройдет верификация. Написано, что надо подождать 2-5 минут. После верификации карты я смогу совершить транзакцию. У нас появилась вот такая вот табличка.
с инструкцией. Перейдите на сайт Сбербанк, сделайте перевод вот по реквизитам. Вот. Моя заявка в обработке. Я ожидаю, пока она обработается. Вот такую сумму я заплатил. Плюс комиссия была еще 12 рублей. И вот такую сумму я получу на тот адрес, который я указывал в момент создания заявки. Итак, я получил информацию о том, что моя заявка обработана. Теперь мне нужно проверить баланс своего кошелька. Для этого я захожу на сайт LizardScan. Вот мой кошелек. Я его уже ввел. Давайте еще раз введу. И вот, 36 секунд назад я получил сумму в эфирах на свой кошелек. Таким образом, достаточно просто купить эфир, даже не обладая какими-то знаниями. Не обязательно ходить на какие-то биржи. Есть такие удобные обменники типа Best Change, где по сумме сортируются, по цене эфира сортируются различные обменники. Все достаточно хорошо работает. Главное, обращайте внимание вот на эти отзывы, да, чтобы было там не меньше 100. Обращайте, естественно, на цену эфира. И обращайте внимание на сумму минимальную, от которой обменник начинает свою работу. Таким образом, за 1200 рублей я приобрел 007-200-149 эфира. И теперь я могу купить первый уровень в системе CryptoHerence и смогу начать приглашать рефералов. К тому же у меня останется еще сдача, которую я просто подержу у себя на кошельке, поскольку эфир в цене в последнее время растет, я могу на этом еще и заработать. Вот таким вот образом можно купить эфир. Всем удачи, всем пока.